Всем привет, так, всем привет, ребята, с вами Хрень, мы продолжаем в Майнкрафт. Да, мы продолжаем в Майнкрафт. Далее я вам дам немножечко алмазика. На. Я делаю вот так. На. Только 64 алмаза. Вы прикиньте, вам 64 алмаза. И вот эти еще вот другие ресурсы, окей? Согласны? Так что подпишитесь на канал и поставьте лайк. И еще не забудьте мой контакт зайти. Ссылку будет в описании. Короче. Мы продолжаем на Майнкрафт только. Ну, и пока в плоском мире, потом будет неплохо. Потом будет в обычном мире. А потом мы вообще не играем. Вы поняли меня? Ну, прикиньте, это у нас такая схема. Схема. Короче, потом в обучении пока же и секунды будем. И, короче, это будет по одной серии. Вы поняли? По одной серии. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Смотрите, мы сейчас делаем. Мы как будто учим. И вот там. Короче, так я хочу, чтобы папа записал, что я давно не сражаюсь с этим, так что... Я буду сражаться с Рейдом. Попытаюсь, кстати, его найти. Так, ну ладно, это еще долго будет? Долго, не долго? Ну, конечно, да. Это долго. Но. Вы поняли? Рейд надо, то есть... А хвост разбойника надо найти, короче. Больше разбойников. Потом... Нам надо найти, короче, деревню. Только нам надо... Блин. Хорошо, что я могу сделать 4 обратно. Значит, там сегодня будет что-то. Вот смотри, там нету чертов! Там нету чертов! Там нет чертов, там нету чертов, там нету чертов, чертов. Назад, так. Вот а. Подписка. Стоп. Стоп.
Очень сложно, да. На L3. А вот что. А не, я знаю. Фу. Д. Ну что надо? Ай. Нет. Я 14-го там. Это 14-го. Он как так? Только прям 14. Раньше у меня был такой тип. Я не знаю. Всем пока.